Хворостянский район по праву славится не только высокими урожаями, но и качеством жизни. Первым среди муниципалитетов завершил газификацию и водоснабжение всех сел. Создал целую сеть дорог с асфальтовым покрытием в населенных пунктах. Столько клумб, деревьев, игровых и спортивных площадок, наверное, нет ни в одном уголке Самарской области. Парк «Вера, Надежда, Любовь» – одно из знаковых мест. Тут бьет светодиодный поющий фонтан, растянут мост поцелуев, установлена скамья влюбленных, посажено дерево счастья. Хворостянцы здесь как в песне – встречаются, влюбляются, женятся. Преобразился и парк, разбитый в свое время комсомольцами. Вместо старых зарослей теперь аккуратные зеленые аллеи, фонтан с подсветкой и буйство цветов, выращенных сельским поселением «Хворостянка» самостоятельно. Недавно появился и собственный мини-зоопарк с белками. Здесь с комфортом отдыхают семьями, проводят все значимые районные праздники и мероприятия. Мы часто здесь с детьми вот ходим, гуляем, отдыхаем здесь вот с ними. Дети вот на площадке играют. Постоянно ходим, смотрим, то убираются, то красят что-то. То есть порядок такой наводит. Даже, скажем так, как в городе, нет такого. Парк назван в честь космонавтов. И в Хворостянке есть свой герой-земляк – Олег Очков, который одним из первых прибыл сюда после реконструкции и высадил елочку. Есть и сквер Виктора Михельсона. Именно он помог провести в район газ. В скором времени парк ждет дальнейшее преображение. Николай Иванович часто у нас здесь, значит, бывал, отмечает о том, что это обязательно в порядке, что сельский житель на уровне городского не должен испытывать мест отдыха. Поэтому ждем, конечно, программы общественной территории, чтобы еще благоустроить, потому что вот эту сторону левую мы готовим уже под другое. Сейчас нарисовали эскизы, там будут тоже дорожки, там будут и пенобурные фигуры. В прошлом году на всероссийской выставке «Золотая осень» район получил золотую медаль за реализацию федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Активно возводится жилье для молодых специалистов. На район выделено 135 сертификатов. Самое большое количество среди муниципалитетов. Интенсивно ведется строительство агрогородка, рассчитанного на 3000 жителей. И этот стратегический объект должен удержать молодежь в селе. Стоимость квадратного метра жилья будет на 30% меньше, чем обычно. То есть это помощь большая молодым семьям, вообще семьям при строительстве, поскольку все коммуникации здесь проложены. Газ, вода, электричество, канализация, все условия, тротуары, асфальт. То есть на сегодняшний день вместе с строительством жилья и будет обустройство, строительство инфраструктуры, школы, детские садики. Поэтому это очень интересная программа, которая позволит нам задержать молодежь на селе. Да и как не задержаться, если для жителей, начиная с самого раннего возраста, здесь строят территорию счастья. Именно так называют свою альма-матер воспитанники и учителя начальной школы номер 1 «Зоренька». Школа полного дня, куда дети поступают с полутора лет и учатся до 5 класса, вся утопает в цветах. А уж деревьев и вовсе не сосчитать. Более 1500 все высадили сами. Сотрудники «Зореньки» давно подметили сходство. У растений и детей на хворостянской земле очень крепкие корни. Ну а что детям нужно? Детям нужно это люди, которые с ними занимаются, которые их любят. Это та среда, в которой они обучаются, которая соответствует всем стандартам. Это организация их охраны жизни и здоровья. Ну вот, наверное, оно и территория счастья. Весной прошлого года в районе появилась еще одна, причем долгожданная, территория счастья. При активном участии губернатора области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория». Красивое и масштабное здание больше напоминает дворец спорта. Ежедневно здесь могут заниматься более 900 человек. Есть бассейн, универсальный спортзал, футбольное поле, залы для аэробики, настольного тенниса, шахмат. Недавно заработала и секция по боксу, на открытии которой присутствовал чемпион мира Василий Шишов. 28% занималось население Хворостянского района физической культурой, спортом. На сегодняшний день 68%. Вот представьте, какой плюс большой Хворостянскому району дал спорткомплекс «Виктория». Если дети занимаются спортом, значит, у нас будет здоровая нация. Это прежде всего. Недаром у нас лозунг есть: «Хворостянский район – это территория здоровья». Район сделал серьезные шаги, чтобы стать и территорией доступности государственных услуг. Уже третий год здесь работает многофункциональный центр, помогая решить сельчанам насущные проблемы.
В широком перечне услуг самые востребованные – это оформление земли, регистрация права собственности, а также услуги паспортного стола. Мы раньше только брали паспорта, а непосредственно заявители уже получали их в паспортном столе. Сейчас эта услуга оказывается полностью нами. То есть мы принимаем все документы, передаем их в УФМС, и через 10 дней мы эти паспорта получаем, и люди приходят и получают паспорта у нас. В дальнейшем нам еще планируют передать такую услугу, как получение загранпаспортов. С 1 февраля нам передали услугу такую, как обмен водительских удостоверений по окончанию срока действия. И еще с 1 августа у нас будет, вернее, уже есть такая услуга, как помощь малому и среднему предпринимательству. Хворостянский район по праву можно назвать и территорией творчества. Один из его оплотов – местные ДДТ. Именно сюда дети и подростки с удовольствием бегут после школы и не хотят уходить, потому что глаза светятся радостью и гордостью от выполненной работы. Детский дом творчества посещают почти 1500 ребят. Уже долгое время они приносят славу своему району, занимая призовые места на соревнованиях, конкурсах и выставках различного уровня. На высоком уровне поставлена работа студии декоративно-прикладного творчества. Произведения хворостянских резчиков получили международное признание. А клуб старшеклассников «Покорители вершин» — это собрание самых неугомонных активистов. Недавно ребята стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление». Мы научились общаться с ребятами, чувствовать себя раскрепощенно. То есть в обществе не быть такими забитыми ребятами, а интересными, креативными. Вот, предлагать идеи, не бояться. Особое место в Доме творчества занимает музей «Слава земли хворостянской». Все собранные здесь экспонаты или материалы – это результат серьезной краеведческой и научно-исследовательской работы, ведут которую ребята не один год. Им здесь интересно. И, в общем-то, они здесь не только свой досуг проводят, они получают и допрофессиональное какое-то уже образование. То есть они, занимаясь в этих детских объединениях, они понимают, что в жизни это будет, возможно, их будущая профессия. В принципе, мы на это их и нацеливаем, потому что качественное образование, оно стоит первозадачей, чтобы дополнительное образование тоже было качественным образованием. А за качественным образованием хворостянская молодежь идет в местный техникум. 1 сентября он в 37-й раз открыл свои двери для тех, кто хочет стать профессионалом своего дела. Какую стезю выбрать и кем стать в будущем? Выбор широк. Техникум имеет лицензии почти по 40 профессиям и специальностям. В этом году 218 ребят получат студенческие билеты и зачетные книжки. Все бюджетные места, а их 554, заполнены. Всего же обучаться будут 703 студента. Техникум действительно привлекателен. У нас и приволжцы, у нас и с вами Безенчукский район, у нас и Саратовская область. Это говорит о многом. Говорит о многом, что здесь можно учиться, здесь познают азы, как говорится, профессии. И очень важно, ребята, задача качественно получить образование. Выпускники с нашим дипломом, с дипломом техникума, не сдают ЕГЭ и поступают в высшие учебные заведения. Техникум готовит кадры, необходимые не только в сельской местности, но и во всей области. Многие остаются на малой родине, зная наперед, что их профессиональные умения есть где применить. Этого удалось достичь благодаря соглашению между учебным заведением, администрацией района и местными предприятиями. Основа наша – это сельскохозяйственное направление. Это механизация сельского хозяйства, это газоэлектросварщик. Вот эти два – водитель автомобилей категории БЦ, соответственно, тракторист БЦДЕ, пожарные. Безопасность. Почему мы это делаем? У нас готовят по пожарной безопасности Тольятти, Сызрань и мы, сельчане. В селе нигде ни у кого из 18 сельских учебных заведений. Что мы планируем? Вот сейчас Министерство сельского хозяйства предлагает нам снова, то есть не с этого, уже этот год начался, а с будущего года, ввести новую компетенцию, новую специальность. Это агрономия, чистая агрономия. И мы готовы. Для хворостянского техникума сейчас в приоритете участие в профессиональных конкурсах. В этом году студенты впервые соревновались на международном уровне в Белоруссии. Дебют удался. Из 18 команд хворостянцы заняли 5-е место. А на чемпионате области по стандартам WorldSkills ребята 3 раза были в призерах. Теперь шансы на победу увеличились. Хворостянский техникум вошел в один из 4
самарских техников, на которой будет создаваться площадка, на которой будут проходить международные и всероссийские соревнования именно по сельскохозяйственному профилю. Вот это очень и очень радует. Знаете, что такое площадка? Это и трактор, это и комбайн, и сеялка, и со всеми вытекающими. Вот это очень радует. И очень отрадно, что наш коллектив инженерно-педагогический с каждым годом и студенческий увеличивается и улучшается в качественном вот варианте. Поэтому я думаю, что новый учебный год принесет нам позитивные какие-то плоды. Очередных позитивных изменений в своей жизни ждет весь Хворостянский район. А они не за горами. В этом заинтересованы сами жители. Активные созидатели, талантливые, трудолюбивые люди, настоящие патриоты. Они достойны жить в процветающем районе, и желания не расходятся с делом. Работа продолжается. В перспективе еще множество проектов, объединенных всего лишь одной задачей, чтобы хворостянская земля стала еще ярче и богаче.